на дневную смену собраны достаточные силы для завершения работ по перезапуску домов. Практически на каждый дом привлечена бригада из разных муниципалитетов и предприятий Новосибирской области. Сил достаточно, поэтому поставил задачу завершить подключение домов полностью, в том числе организовать поквартирный обход или обзвон, для того, чтобы не получилось, что в целом дом запущен, а какие-то батареи или стояки еще не циркулируют. Ну и в этой ситуации, конечно, будем надеяться, что эта эпопея закончилась и новых дефектов не выявится. На данный момент так и есть. Есть два небольших, абсолютно локальных прорыва на сетях малого диаметра. Они будут устранены в течение сегодняшнего дня и не влияют на подачу теплоснабжения основным потребителям. Все основные магистральные сети в рабочем состоянии. Будем надеяться, что так это и будет оставшийся сезон.